Сьогодні твій день народження. Море квітів, подарунки, щирі прояви любові і навіть зізнання у коханні. У нашому місті у тебе так багато друзів та шанувальників, що позаздрити може будь-який театр. Я теж твій друг. І дружба наша вже перевірена руками, справжня і назавжди. Пригадую наше знайомство. Мені років 5, і я тільки починаю захоплюватись театром. Ми з тобою подружилися одразу, з першої зустрічі. Ти був і залишаєшся таким гостинним. Зручні крісла в глядацькій залі. Добра, тиха, загадкова атмосфера. Але більш за все мене захоплював чарівний світ, в який я потрапляла завдяки спектаклям. В цьому світі добро завжди перемагало зло, і з маленького промінчика світла народжувався театральний всесвіт. Життя тривало. Я росла, дорослішала разом із тобою. Прийшов час відвідувати і спектаклі для дорослих. Вони такі ж особливі, як і ті, що назавжди залишилися в моїх дитячих спогадах. Незабутніх спогадах. Я дивилась і не передивилась їх. Одягаючись у гардеробі після чергової теплої зустрічі з тобою, ловила себе на думці, що хочу повертатися до твого затишку. Знову і знову. Так ти собирався розрушити здання храма і призивав к этому народ. Я думав, не собирався розрушати здання храма. Ти нікого не підговорював на це безсмислене дійство. Множество різних людей стікається в цей город к празднику. Бувають серед них маги, астрологи, предсказатели, убийцы, попадаются лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно, подговаривал разрушить храм, как свидетельствуют люди. Эти добрые люди ничему не учились, Симон, поэтому все перепутали. Я вообще опасаюсь, что эта путаница будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Повторяю тебе, но в последний раз перестань притворяться сумасшедшим. Я поверталась. І повертаюсь до тебе. І я вважаю, мені дуже пощастило. Разом із багатьма твоїми друзями я вітаю тебе з ювілеєм. У цей день ти почув багато добрих і приємних слів, які насправді заслужив. І знаєте, представлення кожного людина, ну на ту кукольний театр, це для дітей. А ви змогли зробити дуже багато і показати, что вы для всех возрастов, и для детишек, и для взрослых. Вы серьезные постановки сегодня ставите, не боитесь, как я уже сказала, рисковать. Это свидетельство того, это спектакли «Мастер и Маргарита», «Король Лир», и можно еще перечислять. Я хотел бы побажати, чтобы вот это высокое звание академичного, яке вони несуть в театру, щоб вони надалі продовжували його нести, щоб у них була повна зала глядачів, і щоб всі ті грандіозні плани, які вони ставлять, збувалися. Адже Харків, не забуваємо, це місто театрів. І тут сидять у нас чимало директорів театрів. І мені дуже приємно, що наше місто так високо несе це звання театрального міста. І сьогодні я зараз раз в цьому засвідчився. Ще раз зі святом. От імені нашого мера Геннадія Дмитровича Кернеса я хочу всех поприветствовать и поздравить действительно с праздником. 75 лет. В жизни человека это очень много. 75 лет в жизни театра – это всего лишь миг. Но за этот миг так много, так ярко, так эмоционально вы столько сделали, что этого, конечно, хватит на целые жизни, на целые поколения. Спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за ваше умение доставлять радость. Спасибо вам за то, что вы дарите городу Харькову сказку. А каждый харьковчанин хоть один раз, но был у вас в гостях. И каждый харьковчанин после этого выходил только с положительными эмоциями. Спасибо вам, с праздником!
Знаєш, мені дуже приємно, що у твій ювілей друзі ощедрилися не лише на оплески та квіти. За важливий внесок, особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 75-річчя від дня утворення Харківського державного академічного театру «Льох» імені Афанасьєва нагородити почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава» Решетняка Володимира Вікторовича, директора обласного комунального підприємства «Харків». Почесною грамотою Харківської міської ради за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток культури міста Харкова та з нагоди 75-річчя від дня заснування театру, колектив Харківського державного академічного театру «Льох» імені Афанасьєва. Разрешите поздравить вас с этим юбилеем, пожелать всем вам творческих успехов, новых, замечательных на этой сцене спектаклей. Крепкого-крепкого всем вам здоровья, удачи, вдохновения, мира и всего самого-самого доброго. С юбилеем! Я хочу сказать, что вы делаете самое главное в этой жизни, в этой профессии, которые посвятили себя. Вы зажигаете тот волшебный огонек, который, разгораясь, превращается в то, что мы все хотели бы видеть у всех зрителей. Любовь к театру. У самых маленьких, у самых средних, у самых взрослых. Это необыкновенный театр, это самый любимый театр. Давайте всегда держите эту высокую планку и всегда будьте так дружны, как вы дружны сейчас. Будьте так смелы, как вы смелы сейчас. И будьте так любимы, как мы любим сейчас вас. Твої вистави і ледь не кожного актора особисто знає Україна, знає і закордоння. Вітаки гості зблизька і здалеку. Дело в том, что в зале присутствует человек, я говорю специально по-русски, прошу прощения, вы поймете. Вот, человек, который большой, очень огромный вклад вложил тоже не только в театр, но, скорее всего, в актеров этого театра, раздавая им призы, такие призы, как буржуй и урагазы, я кажу. Тобто человек, который много-много у него заслуг, я не буду все перечислять, я скажу только одну заслугу его, это председатель жюри международного фестиваля капустников «Веселая коза». Вы знаете кто? Пожалуйста. Вадим Семенович Жук. Вадим Семенович Жук. Вадим Семенович Жук. Профессия кукольного актера вдвойне грешная. И так профессия актера страшно грешная, потому что он пытается повторить божеское дело. Да, он пытается созидать, он пытается сделать то, что кроме Бога никому нельзя делать. У человека с характером, с внешностью – это страшный риск, страшное дело. И то, что вы так талантливо, судя по всему, этим занимаетесь – это огромное счастье. Здавали, ноги цілували, але одного ляльковода забули. І я хочу одного ляльковода все-таки визвати, прямо чи жена прийде, заберет. У мене така грамота маленька. Я хочу, в 2003 году я познакомился с одним актером вашего театра. Был очень удивлен, думал, что человека взяли из Москвы. Потом оказалось, что это не просто актер театра, а актер кукольного театра. Просто его просто его из Москвы выгнали. А, понял. Его когда выгнали из Москвы, вот, и он тогда свел свою жизнь с армянами, с тумасянцами и так далее. В общем, я понял, что если Бог мне даст снимать что-то в этой жизни, я должен снимать именно с этим актером. Поэтому, когда у меня был полный метр фильма «Иван Сила», я, конечно же, дал ему одну из ключевых ролей. Зритель забывает об этом персонаже, когда уже выходит из зала, потому что до последнего кадра часы доктора Новака всегда здесь. Вячеслав Гиндин!
Замечательные люди, они все сказочники. Понимаете, приходишь в театр кукол, поневоле становишься маленьким немного, как-то смотришь на эти музей кукол, на этот зверинец, и вспоминаешь детство, потому что театр уже 75 лет. Потому счастья, здоровья, удачи всем работникам театра, полных залов, всегда аншлагов, новых ярких интересных премьер, конечно, достойных зарплат. С праздником, коллеги! Только радовать нас своим присутствием. Несмотря на столь смутное время в Украине, мы находим время для радости. И вы, как вы видите, полный зал людей, которые пришли вместе с нами порадовать и отметить это событие. Удача, творческая удача, творческих удачных ролей для каждого артиста и для каждого сотрудника. Ну и пожелать как самым добрым, прекрасным друзьям, потому что все театры города Харькова – это друзья по-настоящему. Пожелать всего того, что не пожелать себе сами, чтобы все исполнялось и каждое желание. С юбилеем, наши золотые коллеги. Ляльковий театр – це дійсно ця візитівка, яка захоплює всіх, хто до нас приїжджає. Тому що це така творчість, яка сколихує душу до дна. Дорослих вона примушує згадувати дитинство. Дітей, мабуть, взагалі захоплює так, що це неможливо передати. У мене пожелання одне. Я вам, может быть, хочу даже сказать двумя словами, которое уже стало одним. Благодарю. Благодарю. Красивое слово, которое два слова. У меня есть благо, я его дарю этому театру, этому городу, нашему родному театру, нашему родному городу, театру моего детства, театру моей юности. Благодарю. Ось так і ми живемо з тобою. Дивовижно і натхненно. Зустрічаємося, даруємо один одному радість. Ти мені свої незабутні спектаклі, я тобі щирі, щедрі овації. До речі, твої 75 тобі дуже личать. І мені так приємно вітати тебе з днем народження. Зі святом, мій улюблений театре, з ювілеєм. Я дякую, що ти є. З величезною повагою і любов'ю твій удячний глядач.